Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть Dying Light и продолжаем проходить эту игру. Давно этой игры не было, в принципе, давно мы уже ее не проходили, я опять, можно сказать, что не то, что забросил на эту игру, а можно сказать, немного подзабыл про нее. Но все же, ребята, это уже, можно сказать, практически финал, потому что если вот сейчас посмотреть, у нас сверху написано, что сюжет у нас выполнен на 89%. А 89% это, в принципе, нам осталось еще выполнить пару миссий, и потом финальная миссия, можно сказать, и все. И, можно сказать, мы прошли эту игру. То, что в предыдущей серии мы же закончили вот тут, в этой клинике, да, в этой лаборатории. Мы закончили тут, как вы видите. А как нам нафиг отсюда сейчас выбраться, я не представляю. Потому что вы видите, что там за окном жопа творится. И плюс к тому, там еще и ночь сейчас. Так что... мы оттуда... Короче, мы отсюда просто... Ну, я не знаю, как мы еще выберемся. Потому что, как вы видите, там много всего. Если вот так кинуть гранату... Ага. А чё у него? Они же вроде взрываются, но осколочная граната что-то... Ого, нифига себе, как ты пробралась. Ребята, честное слово, простите, но я не знаю, как отсюда сейчас выбраться. Вы видите, что там полная жопа на двери. О, вот тут этот ночной монстр. Ребята, он знает, где мы, но... Он там! Офигеть! И что нам сейчас делать? У нас есть, да, у нас есть двухстволка. Ух! Жопа, короче. Сейчас тут так постоим опыта себе. О, вот этот ночной монстр. А его можно вообще убить? Он умирает? Ща, ребят, посмотрим. На тебе. Вот. Фу. Так, ладно. Как я понял, сколько там часов? Почти 2 часа ночи. Как я понял, нам просто-напросто нужно ждать утра, потому что ночью это жопа. Ночью это жопа. Мы отсюда никак не вылезем. У нас вообще уровень хотя бы немного поднялся. Ну, опыт может, да, но сам уровень нет. Ну что, ребят, в принципе, мы продолжаем играть в Dying Light. Можно сказать, что тут осталось вообще, по сути, пару миссий, и, можно сказать, мы уже закончим эту игру, прохождение этой игры, потому что конец этой игры уже, можно сказать, близок. Это вот эти ночные твари? А хрен его знает. Ну что такое, потому что вы видите, что... Это что там? Видите? Там сбоку нас показывает 4, что как бы что, четверо за нами охотятся или что-то такое? Как бы 4 звездочки, как в GTA, да? А, погоня отстала. Куда нам нужно? Нам нужно почти в середину города. А я даже боюсь отсюда выйти. А утро еще не скоро, можно и так сказать. Ну что мы будем делать, ребята? Может как-то крышами нахрен будем сейчас перебираться? Наверное, так и будем. Оу! Почему я не могу фонарик включить? Я ни хрена не вижу. Вот, сейчас могу. Что за бред был? Опа, так мы же тут можем переночевать. Я надеюсь. Можем, но тут нужно спускаться куда-то вниз, как вы можете заметить. А куда там спуститься? А где он? Где они?
О, твою мать, нас запали... Хотя нет, не запалили, но он что-то, знаете, в таком роде он увидел, что мы где-то там. Может, может куда-то туда нам? Вот так. Главное, чтобы не запалили, потому что если... Вот он. Или это обычный? Охреневаю, ребят, я говорю, я давно уже не играл, в принципе, в Dying Light, и поэтому я уже можно сказать, что в какой-то степени даже что-то подзабыл. Так, куда нам нафиг нужно идти? Ну, это обычный, он, в принципе, большой угрозы ночью не представляет. Опа, вот хоть куда там мы забрались уже. Фух, так, нам сюда, да, нужно? В принципе, сюда-то сюда, но как туда забраться? О, можно и так забраться. Еще выше? Нет! Куда это я упал? А, ху, я думал уже в самый низ. Ох, ребята, посоветуйте что-то, потому что я не в курсе. Жопа, не-не-не, так мы просто ноги себе быстрее переломаем, чем что-то сделаем. Ну, свяжитесь в ВГМ. Нам, короче, нужно на самый верх. Ага, вот как можно. А я парюсь нахрен. Ага, ага. Вот оно где. Вот сюда нам нужно, да? Эй, Трой. I gave the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you? Rise? Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but... It still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I will fucking kill you! I had hoped that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. What is it you Americans are so fond of saying? I dare you. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, 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 no. I won't be going to hell. I will be leaving Arando, you see. I have made a deal with our GRE brothers. Using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. А нахрена ты это мне рассказываешь? Я сейчас уже знаю, что ты, где ты и куда ты собираешься идти. That is what I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us finish what we began. Вот немного смешно. А нахрена ты нам вот это рассказываешь, что где ты, куда ты, когда ты собираешься уезжать? Мы же теперь все знаем и сейчас, в принципе, идем за тобой. А если бы ты нам не сказал, если бы ты с нами не связался, то тогда бы нахрен мы даже не знали, где ты и что ты хочешь делать. Научись использовать чертежи эффективно, скажем, используем собранное оружие, его эффект усиливает, наносит больше урона. Научись создавать. Ну давайте вот это пофиг. Сколько там? 92%. Мы чуть-чуть прошли, нам уже 3%, ребята, пополнилось. То есть нам осталось еще 8% игры и конец игры. То есть, может, я не знаю, но в этой серии, если честно, вряд ли мы это закончим. В этой серии, ребята, мы вряд ли еще сможем закончить эту игру. Это еще ночь? Ух, так это еще ночь. Я такой уже просто выбегаю, как будто ни хрена нету, ни ночь. Там... Вот твою нафиг!
взорвалось, и вот те хреновые монстры ночные встревожились. Но сколько там еще осталось? Там, ребята, еще час до рассвета остался. Поэтому не так уж и уже и много. Так. Ну куда нам нужно? Нам нужно идти встретиться с Раизом, да? Чтобы, в принципе, уже наконец-то завершить вот начатое, да? Так, ща, ребята, ща. Давайте мы еще, в принципе, немного полутаемся. Есть тут что-то? Сундучки. Да нафиг этот звук, а, бесит иногда. Сундучки. Там есть что-то внутри? Ну, вроде есть. Ух, нафиг, ребят, честное слово, я уже и забыл, как это взламывается иногда. Ага, вот. Ну, как раз, знаете, пока мы вот это полутаем, уже и ночные монстры нахрен пойдут. Потому что, в принципе, там осталось не так уж и много. Вот, ночной выживший. Все, мы можем валить отсюда. Фу. 14 тысяч оп, это за то, что мы выжили. Нам сюда? А нам нахрен назад возвращаться? В первый город, что ли? То есть, с сектора 0 нам нужно возвращаться в наш первый город? Ну, сейчас. Ладно, так уж и быть, мы побежим. Но канализацию я нахрен вообще не люблю. Хоть вы убейте, ребят, канализацию я не люблю. А нам, походу, реально сюда и нужно. Твою мать, а. Сейчас... О, вот спуск. Сразить с Раизом на крыше здания. Ну да, в принципе, реально нам нужно тупо возвращаться домой. Ага, вот, да. Как я нафиг не люблю канализацию. А они любят эту... Нафиг они любят вот эту канализацию, создатели этой игры, потому что половина игры тупо-напросто проходит в канализации. Перебеги через канализацию туда, пойди туда, через нее проберись в здание, через здание спустись в канализацию, опять проберись в другой город, через город опять в канализацию, потом еще в другую канализацию. И, короче, вот так сутками только с канализацией париться. Ага, ща, отремонтируем. Классное оружие, в принципе, серп вот этот еще и поджигает, можно сказать, что реально прикольно. Так, ну что, сейчас пускай это... Вот, норм. Еще вот этого. Все, вы пускай там будете, мы даже не будем вас трогать. Ща, ребята, просто вот этих всех на пути нужно перебить. Видите, они под конец игры засунули на нашем пути охренеть сколько зомбарей, чтобы нам их нужно было перебить. На тебе. Ща, мы я не говорю, что я сейчас быстро с этим справлюсь, но, как видите, это все-таки нужно и так сделать. В принципе, мы можем на это все наплевать, да, и просто-напросто побежать. Но это в чем будет прикол? Опа! Смотри, там у нас, в принципе, практически уже и уровень боя, знаете, поднялся. Поэтому... Мы еще и опыт себе поднимаем. На тебе, на. Вот, видите, ребята, еще и опыт себе подняли. Ну, вроде все, охренеть, трупаков тут. Сейчас, давайте уже нафиг отсюда выберемся. Нам сюда. Я надеюсь сюда, потому что не зря я, наверное, сюда шел. Главное, чтобы тут никаких, знаете, кого не было. Опа. Опа.
А, хотя нам и так сюда нужно, как я понял. Зашибись, а туда я забраться не могу. Этот чудак сейчас на ступ отхреначит, да и все. Куда нам вообще нужно идти? Ребят, я походу вообще не туда нахрен куда-то пошел. Тут тупик. Я хрен его знает, ребят, куда нам идти. Я уже столько тут мест вот этих оббегал. Я и назад возвращался, и еще куда-то. Но и так там просто, знаете, там нету другого выхода, чтобы туда пойти. То есть это единственный выход, откуда ты можешь выйти. И поэтому другого выхода я не вижу. Только вот этот. А что самое прикольное, что тут даже толкового выхода нету, если что. Зашибись. И сейчас куда нам? То есть смотрите, ребята, в чем прикол, что мы отсюда не можем выйти. Они тут походу все... Хотя... Мы отсюда не можем выйти! Смотри, даже кошка не работает, они ее выключили вот тут. Я не представляю, просто тут видите, ребята, тут, короче, просто... вот, если мы идем сюда, если мы стоим вот тут, то тут мы никак тупо не сможем выйти. Не, ребят, смотрите, тут нету выхода. Чё-то вы нахрен замудрили, если честно. И куда нам идти? Я еще вот это не проходил, поэтому я не знаю, в принципе, конец игры, можно и так сказать. Я даже не знаю, куда нам идти. Потому что тут другого выхода нету. Вот мы отсюда пришли, и все, тут другого выхода нету. Мы не можем никуда больше пойти. Единственный вариант нам остается, это просто возвращаться назад. Мы даже сюда не можем нахрен запрыгнуть. Я не представляю, ребята, честно. Вот тут они что-то замудрились. Смотрите, туда мы не можем пойти. Назад мы тоже не можем пойти, потому что там нет другого выхода. Ну, ладно, сейчас еще раз попробую. Ну вот, вернулся я назад. Тут прохода нету. Тут... Тут уже город, но, как видите, тут тоже прохода нет, потому что мы отсюда выйти не можем. Тут прохода тоже нету. Сюда падать нет смысла, потому что тут тоже прохода нету. И все, что нам остается, это просто возвращаться назад. А какой смысл возвращаться назад? Мы же сюда должны были прийти. Вот, мы сюда пришли, да? Где тут единственный выход, куда мы можем пойти? Вот он, единственный выход, куда мы можем пойти. В воде ни хрена нету. Я уже смотрел, да, в принципе, даже и тут можно увидеть, что в воде ни хрена нету. Тут тоже ни хрена нету. Тут тоже ни хрена нет, потому что вот эти двери просто-напросто, можно сказать, их нельзя открыть. Все. Больше тут ни хрена нету. Единственный способ, вот, сюда. И тут единственный проход. Больше тут проходов нету. Сюда мы не можем выйти. Все, нам нужно идти сюда 1000000%, то есть другого выхода нету. Хоть ты убейся, но другого выхода тут нету. И все, нам нужно вот сюда выйти. Ребята, кто проходил вообще вот это? Кто знает, куда нам идти? Вот, даже сюда мы не можем выйти. Все, это единственный способ, куда мы можем пойти, это только сюда. Да твою нафиг, а? И все, больше тут выходов нету. Или я, может, что-то не вижу. Может, сюда? Да, твою мать, вот я затупил. Вот куда нам нужно идти нахрен. Давай быстро, пока нас не оплевали. Вот я нахрен затупил. Так я просто не видел вот это.
Побежали быстро, 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 а то мы время, охренеть, сколько потратили, то... А тут выхода нету. Время потратили только на то, чтобы зайти сюда. Потому что я не видел вот это, знаете, там какое-то неприметное такое, что ты хрен увидишь. Так, я надеюсь, я правильно иду. Хотя, в принципе, нам и так прыгать нужно. Как бы мы, знаете, назад возвращаемся. В первый город, что ли? Фу, канализации нахрен. Кто вас придумал? Вот вас я уже бить не буду, идите вы в жопу. Я надеюсь, нам сюда? Да. Идти в трущобы. Фу, ну время мы, в принципе, много реально потеряли только на это, чтобы сюда прийти. Я просто, знаете, как-то не увидел там вот то, что нужно открывать, знаете, там уже город, можно сказать. Я его не вижу, потому что... Точнее, я его вижу, но я не могу туда пробраться, потому что там забор нахрен колючий, через какой просто-напросто нельзя перепрыгнуть. Это они так сделали. А вот этого другого прохода, можно сказать, я просто-напросто не видел. Давайте, ребята, еще вот это тут... Могут быть аптечки. Аптечки, если честно, нам нужны. Да кто меня бьет нахрен? Аптечки нам нужны. У нас только 8 штук. Ой, ой, валим отсюда. Я вообще не знаю, как я тут оказался. Я куда-то прыгал, 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 оказался вот тут. О, я где-то слышал, где кто-то дверь открыл или что-то такое, ключ какой-то. И куда нам? На крышу здания, то есть... На крышу здания. Ага, вот на ту крышу здания. А тут можно... Да тут нафиг тоже пробраться нельзя, по идее. Или... Вот это не захимичили иногда. Знаете, что вот обычный забор, а мы сюда даже пробраться не можем. А чё у меня кошка пропала. Ну смотрите, ну и что сейчас? Вы в безопасной зоне. Охренеть, мы в безопасной зоне, но... А нет, вот я могу это перепрыгнуть. Ой, я уже думал, мне нужно оббегать, вот это все будет. И сейчас что? Просто входить? Вы переходите к заключительной части игры. Эта часть проходит в одиночном режиме, вы не можете вернуться в другие локации. Вы сможете вернуться к исследованию Харана после завершения игры и загрузки последнего сохранения. Вы хотите продолжить? Да, ребята! Конец! Финал! Вы видите, вот в таких играх как бы всегда нас предупреждают, что если вы сюда зайдете, все, вы уже назад не сможете вернуться, потому что это финал. Опять превращается. Фу, ну что, ребята, финал. Нам еще нужно туда будет пробираться, как я понял, на верхний этаж. А тут еще, наверное, куча монстров будет. Куча ночных вот тех хреней всяких будет. Ну, может, ночных монстров. Куча боссов. О, черт, what the hell? I knew you could not resist, Crane. Oh, would you just shut up? You're the last thing I want to hear. What? Hear me? What a brilliant idea. И что, нам их всех нужно убить? Вы что, издеваетесь? Сейчас, ребят, просто молчу, потому что, видите, тут куча бешеных вот этих. А у меня кошку забрали, как я понял. Охренеть, да вы что там нахрен с ума сошли, что ли? Да упадай ты уже нахрен. Да дай мне отремонтировать.
твою мать! Вот! На тебе, паскуда! И тебе на! Ща, ребята, мы разберемся. Постараемся хотя бы. Да кто меня кидает? Да столько нахрен ты сумасшедший! Наконец-то. Остался последний. Ну как последний? Хотя нет. Да они все бегут и бегут. Да как ты меня попадаешь нахрен? А мне что, просто убежать нужно, что ли? Мне просто убежать нужно было. Твою мать. А я думаю, нам нужно отбиться было. Это оказывается, смотрите, просто нам убежать. Вот я нахрен иногда не соображаю. Это просто же убежать нужно. А если бы я их и дальше продолжал бить, то они бы просто-напросто дальше на нас нападали, нападали и нападали. Да твою мать, я ну... Охренеть, куда нам бежать? Ребята, да вы чё нахрен с ума сошли, создатели? Куда нам в жопу бежать, твою мать? Кто это? Опять сюда, что ли, в эту канализацию? Да нет, нахрен. А если сюда, то умрем? А нет, нам сюда и нужно было. Ночные! Ночные! Да вы, походу, вообще с ума в жопу сошли. Твою мать! Твою мать! Да не нужно мне его успокаивать, идите вы нахрен. Дайте нам просто убежать. Ночные! В канализ... Я так и думал, нахрен, что рано или поздно нам нужно будет от этих ночных убегать. Потому что они их 100% куда-то засунут. И как вы видите, так оно и есть. О, вот это круто они придумали. Вот это круто, я согласен. Чтобы так прокатиться. А ночные, как бы, знаете, тут просто-напросто, можно сказать, выживают, что ли? Да как я же прыгнул! Твою мать, нахрен, как я вот это ненавижу. Так я же прыгнул, а оно не прыгнуло. Я еще пробил... Опять отсюда, да иди твой в жопу! Ну чё, еще раз нахрен, прокатимся. Ночные мудаки. Я надеюсь, вот сейчас ты хотя бы не залагаешь и дашь нам перепрыгнуть спокойно. Я же прыгнул, нормально, взял и прыгнул. Кто нахрен эти прыжки конченые придумал, а? Еще раз нахрен, уже 150-й раз. Если чё и сейчас нахрен ты залагаешь с этими прыжками, то иди ты уже в жопу. Ух, нахрен, ни хрена себе. Ух, твою ж напугал. Да ты, да твою мать! Ну так, что они тут за хрень сделали с этими прыжками? Опять отсюда, да ты чё нахрен здесь? Ладно, ребят, сейчас я буду 150 раз проходить, когда я пройду, тогда вас обновлю, потому что это жопа уже. Ух, твою мать, вот я вас обновил охрененно, да, именно на этом моменте. Он на меня так напал, что я прям обоссался.
Ну хоть куда-то мы уже дошли, ну сохранись ты, я уже заколебался оттуда нахрен начинать 100 раз. А так, ну да, давай еще нахрен, ты вздыхай, отдыхай. Ага, и сейчас что? Они за нами не следуют сюда? А прикиньте, если бы мы лезли, они еще бы нас на лестнице бибили. Было бы вообще супер. О, да, в канализациях нахрен они прячутся. Встретьтесь с Раизом. Опять эта арена? И опять нам тут нужно будет выживать? Вы издеваетесь. Ладно, ты там поговори, а нам нужно скрафтить себе аптечку. Потому что аптечки тут жопа, ребята. Мне кажется, финал тут сейчас будет жаркий. Уже, в принципе, жаркий. Ну что, вот я скрафтил. Ничего, нам. И туда нам нужно. А я думал опять... You cannot even reach me. Так, дальше. Ага, ну ты стал охрененным. Фу. Встретись с Раизом на крыше здания, и мы уже практически тут. Так, ребята, я пока что выключил полностью звук, потому что они там вот этот музыкальный, нахрен музыку, короче, нам включил, а я ее просто-напросто выключил все звуки, чтобы вообще звуков не было. Можно было просто обрезать, но тогда бы вы не увидели, что бы, в принципе, тут бы происходило. Но все-таки без звуков, мне кажется, будет лучше, чем просто это все вырезать. Я думаю, вы понимаете, почему. Я думаю, вы согласны, почему. И знаете, да, почему. Так. Охренеть. Так, сейчас. Дайте я разберусь, куда нам идти. Так, ну пока что сюда, да? Так, сейчас я попробую включить, может они уже выключили там музыку. Нет, ребята, они выключили, они там включили музыку, как бы музыкальная вот эта хрень в конце игры, в финал, и поэтому, ребята, к сожалению, я выключу звук, чтобы не слышать музыку. Я и так вроде музыку всю выключил, но они как бы, знаете, специально это, наверное, сделали, чтобы в конце музыка была слышна и так, и так. Не туда, мы заминировали 2 этажа над нами, иди через 2-й корпус, обойди как можно выше, а потом можешь вернуться. Ага, заминировали, чтобы я не смог пройти, да? Ну, чтобы мы не смогли пройти туда. Раиза нахрен, не Раиза, а вот этого, Карима вроде убил, или как его там звали. Ох, охренеть. Прыжочек. Так... Вы это видели? Я через текстуры пролетел. Охренеть, вот это лаг был. Так, ладно. Давайте еще раз. Попытаемся. Да выключите вы уже там музыку нахрен. И ты иди туда. Вот, норм. Сейчас куда нам? Ах, вы бешеные паскуды. Так, замечательно, это мы пробрались. Сейчас куда? Ух ты ж нафиг. Вы, походу, с ума сошли тут в финале, да? Охренеть. Ребят, вы видите, что там за нами еще кто-то гонится на карте? Ага. Ну норм. Падайте, падайте. Вы там падайте. А я... Охренеть. Это что еще было?
Так, замечательно. Тут у нас, уже вроде, в принципе, никто не тронет, как я понял. В какой-то степени. Ах ты ж нафиг. О, через текстуры. Да твою... Вот, норм. Норм. Да ты ж... Сейчас, ребята, еще раз попробую посмотреть, не выключили ли они уже музыку. Во, вроде выключили. Все, уже можем, в принципе... Я извиняюсь, ребята, но, в принципе, понимаете, да, почему? Нельзя, и они, как бы, знаете, даже под финал сами уже туда запихнули вот эту музыку, чтобы... Ух ты нахрен. Ух ты нахрен. Ой, ой. Там кидаются... Еще выше. Встретись с Раизом на крыше здания. Так мы уже нахрен... А, то есть вот туда нам нужно будет, да, перейти? Ага, я думал, нам, знаете, на крыше здания встретиться, а мы куда-то на кран какой-то лезем. Так это нахрен не крыша. Сейчас я понимаю, смотрите, нам нужно будет сюда перейти. Ага. На всякий случай, а то бы еще нас... Так. Ну, сейчас. Ух ты, это что еще было? Куда? Так, твою мать, эти конченые текстуры, они меня убить, походу, решили. Ну, как я понял, да, нам сюда нужно. Экран там упал, я не могу посмотреть, или можно? Ага. Туда нельзя. Вот вы нахрен придумали тут. Так. Сейчас сюда. О, ребята, это, в принципе, уже можно, наверное, заканчивать на этом. Потому что финал долгий. Я, серия, если часовая будет, или даже больше, то это хреново. Но все же. Если, в принципе, тут уже прям финал, то тогда... Если... Ух ты ж. Он жив. Нет? Еще бы, знаете, так на нас накинулся. Вы хотите, чтобы я туда... Ну, там он, конечно, не допрыгнул, но они так сделали, чтобы... Так. Охренеть. Смотрите. Вот. Eaten alive by hatred. Such feelings make you weak. Так, сейчас. Ага, вот. Вот. Как-то мы пробираемся. Вот, дальше. И все, вот, да куда, выше, вот крыша. Ага, вот. Все, уже походу. Вот, наконец-то. So, face to face again. I guess that means у него там пушка за спиной или что? With or without it, Suleiman, you're dead. Come now, Crane. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Hundreds, thousands, perhaps billions. Я же уклонился, твою мать. Финальчик, конечно. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this disc? Hundreds, thousands, perhaps billions. Опять уклонился! Или это так и должно было быть? You are right about one thing, Crane. Suleiman is dead.
Опять уклонился. Вы, походу, издеваетесь нахрен. Там даже показывается. Опять ребят, это жопа какая-то. Вы мне концовку забагали. Там написано сжать «ы», английскую «с». Вот. Сейчас нажал, сейчас заработал. Идите вы в жопу, а. Это, походу, знаете, через раз тут работает, что ли? You don't know what suffering is. Твою мать, а! Почему мне пишет русскими буквами, как уклоняться? Я не хочу русскими, дайте мне английскими. Почему оно русскими пишет? Русским я иногда могу не понять. Твою мать, а ребят, меня эта концовка уже бесит. Твою мать. Ну что, спустя 50 раз опять я пробую баганую концовку, или это только у меня багает, что хрен его знает. Ладно, ща опять попробуем. Ну не убей уже. Ребята, вы же видели, что я там нахрен нажимал. А, и что там заполнялась вот эта хрень. Как он меня опять убил? Нажимаю, 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 нажимаю. Если ты сейчас опять меня убьешь. Наконец-то. Я могу предсказать, что через какое-то время он опять превратится и на нас нападет. Что-то в этом роде будет, мне так кажется. Do it, I won't fight you. Just as you killed Tahir. Do it! Не убей уже. Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Do not leave me like this, Crane. Prove you are a man. Just take your vengeance. Will you just shut the fuck up? Да твою мать! Лучше бы ты его захерячил, реально. And I will make your death painless, or resist, and doom the city along with you. You have until the count of five. One, two. All right, all right. Here. That's it for a decision, asshole. А диск упал? А, нет. What do you want? Right,
already told us he had that dead scientist data. All we're interested in is the cure. We're offering you a chance here. Get the rest of the research and come with us. Now, I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. И нам еще что-то сделать нужно будет. Девяносто 80% сюжета. Нам еще к Кэмдену нужно будет возвращаться. The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. Ну, нам еще нужно будет к нему еще возвращаться, да? И потом это, как бы, мы уже закончим игру. Или все уже. Или он сам туда доберется, без, без нашей помощи. А, нет, все. То есть мы им не отдали вакцину, а просто убили Раиза, связались с Кэмденом. И все, в принципе, написали, что мы сейчас к нему придем, и он там, можно сказать, уже сделает вакцину. Ну что, ребята? Закончили мы проходить эту игру. Это я не знаю какая, вроде 20-я часть, знаете, как раз мы так уложились ровно в 20 частей. В принципе, эта серия долгая, но это финал, можно и так сказать. Игра, можно сказать, классная. Насыщенная. То есть, кому нравится Dead Island, если честно, мне первая часть очень нравилась, и вторая часть очень нравилась, и машины, и катеры, что там есть, и крафт, и все. Вот это такое, и, в принципе, действительно, она очень крутая игра. Это пришла Dead Light, в принципе, можно сказать, на замену Dead Island, но еще и с паркуром. Но зато нету машины и вот этого всего. Паркур как бы заменил движение. Ну, что я могу сказать этой игре? Игра реально классная, я бы даже с десяточки, может, ей... Десяточку даже поставил, я не знаю. В принципе, можно сказать, игра классная, затягивает, интересный сюжет, интересный геймплей и, в принципе, все такое. Поэтому, кто не играл, а смотрел, то, в принципе, я надеюсь, вам понравился. Кто не играл, не смотрел, имеет возможность купить эту игру, то лучше самому испытать, что это за игра. Потому что много интересных моментов и, можно сказать, очень интересная игра. Ну и на этом, в принципе, ребята, давайте уже заканчивать. Я очень надеюсь и буду очень рад, если все-таки вам понравилось это прохождение этой игры и эта игра. И если да, то напишите положительный какой-то комментарий, может с критикой, может с пожеланиями, как вам угодно. И поставьте, пожалуйста, лайк за то, что мы уже прошли эту игру. Если вам нравится прохождение, то пишите в комментариях, ВКонтакте, везде, что, мол, Эдисон, да, классное прохождение, ты классно проходишь, и проходи дальше игры. Я, в принципе, буду рад, если вы так напишите, и, в принципе, также будем проходить дальше игры. На этом, ребята, мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, кто оставался, кто досмотрел до конца прохождения Dead Light. Всем за просмотр, всем удачи, и всем пока.